территории закона. Рада приветствовать, прямо скажем, немногочисленных друзей в этом зале. Зато это самые верные друзья. За количеством не боремся. Сегодня у нас ответственный день. И неспроста мы его назвали наш гала-концерт. Прощальный вечер, поскольку подошло время для прощания. Так получилось объективно, что 2 года назад возникла группа. Родился маленький ребенок в курсантской одежде. И теперь пора его пускать в люди. В прошлом году мы проводили своего вокалиста. В этом году уходит весь костяк группы. Поэтому мы посовещались и решили, что пора заканчивать. Поэтому сегодня мы, так сказать, маленький творческий вечер, отчет сделан для вас. Хотим, чтобы вы отдохнули, посмотрели произведения за различный период нашей жизни. Первоначальная группа у нас называлась «Конвой», но поскольку слишком эпатирует нежную публику, взыскательную, а первый год мы активно гастролировали по воинским частям, по администрациям города, то мы назвали более приемлемым названием «Территория закона», и под этим именем мы и уходим. Мы сделали лазерный диск «Бездна». К сожалению, многие вещи здесь не прозвучат, поскольку он записан в студии, и есть существенное отличие между музыкой, записанной в реал-тайм, в реальном времени, и записанной в студийном варианте. Но, тем не менее, мне кажется, что те композиции, которые мы сегодня вам сыграем, они вам понравятся. Там есть вещи авторские, есть вещи ремиксовые, как, например, та, которую мы открыли. Это те, кто относится к моему поколению, знает. Группа Space, 84-й год, Марвани, одноименный альбом «Москва, Париж, Транзит». Моей студенческой юности, ну и наша была визитная карточка группы «Территория закона».